Всем привет, на канале Хьюганта. Мы снова выживаем. И так хочется сказать, что не дай себе умереть. Но по факту мы уже один раз погибли. Благо был алтарь, который нас воскресил. Блин, скоро темнеет. А бревна у нас есть? Да. Ну, время еще есть. Сейчас найдем. Я ищу топор. Топор. Удочку пока бросим. Давайте немножко порубим. Здесь вот растение какое-нибудь. Опасное какое-нибудь сейчас, которое нас убьет. Так. Бревно. Видимо, еще надо порубить слегка. Кого? Кого я слышу? Смотри, не пугай меня так. А, паучки бегают. Ой, не страшно. Да давай, бревно подбирай. Вот. Все, валим. Да как бы развернуть? Да вроде нормально, хотел сказать, что получше было. Все, я не знаю, насколько хватит бревна. Так, доски. Ковро здесь. Давай приготовим рыбку. Чего бы нет. Слушай, чувак, иди отсюда. Ух ты, растворился. Отличненько. Покушу. А у вас есть какой-нибудь сундук? Конструкции. Хоть забор, кстати, ставь. Чё ты переживаешь, всё нормально. У нас есть забор. Отстань! Ай-яй-яй, блин. Ой-ой-ой. Фига себе, блин. Вы чё, Ау, 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 ау. Что, опасная территория? Да на всех нападает. Я думал, прям на меня так. Брось бревно. Мы атаковать их не будем, пускай. Я думаю, пчелы добьют. Хорошие пчелы. И мяско теперь есть. Быстрее кушай, быстрее, они не свежие уже. Попортится еще. Хоть что-то, может, дают нам. Еды прям беда. Ты приготовил бы сначала. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, пища она дает хорошо. Это ХП забирает, а так нормально. Я бы сказал, не рекомендовано есть. Крафт, крафт, крафт. Что еще можно скрафтить? Да такая музыка, ужас. Сказал, что атмосферная. Да, по идее вообще беда. Уголь. Каменный блок.
каменный блок, каменный блок. Да, в принципе, смогу, наверное, сделать что-нибудь. И уголь. Значит, мне нужен факел. Ой, да у нас скоро побуднение рассудка будет. Видимо, не стоило есть мясо монстра. Тихо. Вот. А, удочку я же там бросил. Есть тут еще одна идея. Да, вот там ягода есть. Там и морковка должна была быть. С морковкой будет нормально. Или пусть это реально как будто живая. Так, и надо срубить дерево какое-нибудь. Блин, топор сломал. Каштан. Не могу себе дерево посадить себе. Пчелами удобно жить. Если на них не нападать. Хорошая оборонительная. Блин, куда я иду? Прям что-то у нас все плохо. Уже какие-то мысли в голове. Надо срочно чего-нибудь полезного съесть. Так, бревно. Топлю. Отличненько. Приготовить. Приготовить. Туши. Приготовить. Жалко, ума нам это не даст. Так, удочку бери. Рюкзачок ее. Топливо только. Можно каштан приготовить. Неплохо. Хочу посадить дерево вот здесь. Пускай растет. Так, каштан дает только здоровье. Ух, какие у тебя синие глаза, чувак. Прям беда. Так, а что там по нашим рецептам-то, а? Мы хотим приготовить... Казан, да. Сделать казан, нам нужен уголь. Чтобы сделать уголь, нужен факел взять. Отлично. Ух ты, блин. Да, что-нибудь порубим пока. Нам нужно бревна. Как поднять свое эмоциональное здоровье? Что у него там? Мозг совсем спекся, походу. Так, сделаем себе шапку сейчас.
Так у нас еще ресурсов недостаточно. Давно мы в поле не были. Еще бревень добавим в костер. Сейчас уже, по сути, стемнеет. Потом выйдем на охоту. О, простая грядка. Я могу грядку сделать, это хорошо. Ну, мы знаем, где можно какашки найти. Так, от науки нам. Машина, а это что такое? Электрическая штуковина, отлично, это хрен пойми, где ее надо искать. Все, ночь пережили. Теперь можно и поохотиться. Так, ресурсы, наверное, пока оставим на базе. Мрамор. Топливо ужаса. Блин, что это вообще? Все очень печально у нас. И очень громко. Сразу как тихо стало-то, а? Так, где же у нас буфо это было? Поля, поля, поля. А в эту сторону. Где-то их тут видел. Ой, я и не смог. Не-не-не-не-не-не, это нафиг. Понятно. Я не хочу умирать. Отстань. Ты очень злая. Сорок семь, как ты себя поднимаешь, да? Только как? Отстал от меня лягушка, короче. На этом мы закончим. Да. Выжили только 12 дней. Ну все, возвращаемся-то. Вот так умер от лягушки. Как бы не грустно это было. А ведь только начиналось. Эх. Ладно. Давайте на сегодня это закончим, на этой смерти. В следующий раз подготовимся уже получше. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.